Все, промылись, ставим вариться. Воду наливаем сразу, холодную. И до готовности риса. Так, рис отваренный у нас, круглый. Первый слой идет рис. Форма может быть любая. Все, хватит. Теперь придать форму. Сверху у нас идет сыр. Сыр у нас вот такой творожный. Подходит вот к суши. Ко всему подходит. Можно сыр Филадельфия. Возьми нож для этого масла, который как бы намазывает. Сыр не жалеем. Жик какой-то. Такими тонкими ломтиками огурцы. Теперь нарезаем его на мелкие вот такие длинные кусочки. Так, следующий слой огурцы. Немножко нажимаем, чтобы все держалось четко. Все, теперь следующий слой. Так, форель у нас слабосоленая. Если где-то есть кость, вытаскиваем. Так, смотрите, вот такие долечки тоненькие. Дальше мы их нарезаем как бы такие длинные, получается, вот такие. И вот так вот поверх огурца. Выкладываем. Это будет внутри, поэтому можно так не заморачиваться особо. Красиво. Сейчас. Так. Угу. Следующий слой авокадо. Не салат, а чудо. Чуть-чуть нажимаем, вот так вот придаем форму. Дальше точно так же. Снова сыр.
слой у нас идет снова рыбка. Вот такой очень вкусный салат у нас получается. Подаем соевым соусом, васаби и имбирем. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока.